такое красивое кресло, правда? Как принцесса. Еще короны не хватает. Какие? Нажимаешь на него, и пулька идет. Это пулька. Да, заряжаешь, а потом нажимаешь на него, и она улетит. А, это стрелять, наверное, такие штучки специальные. Шарики, да? Да. Шариками стреляются. Что это такое? Это, которое нужно косить траву. А, газонокосилка? Да. Сколько мыльных пузырей. Есть, даже есть насос. И насос есть. Но это насос накачивать разные надувные горки, батуты. Да. Пойдемте. А здесь маленький телевизор. Телевизор даже есть, да? Да. Дарина просто в магазине игрушек. Это доктора набор, да? Да, доктора набор. Даже здесь какая-то кнопочка, чтобы проверять. Это видео. Ты мне прямо экскурсию по магазину проводишь. А вот это как идеально тоже. Такие игрушки. Достанешь кого-то и катаешь. Это такой кораблик, наверное. Да, кораблик. Где даже змея. Вот это пушечка. Она вот так. Где? Где даже мышь. Мышка, а вот огонь. А вот это веревочка. Это экскурсия по... По игрушке. Это домик такой, да? Здесь есть кнопочка, когда нажимаешь, выезжает какая-то игрушечка. Отсюда она выезжает. Ну, Дарина, а тебе можно в магазине игрушек работать. Ты все знаешь уже, что, где будешь консультировать всех деток, покупателей, да? Ну, пошли дальше. Это велосипедик такой. Ой, какой красивый дом. Дом принцессы, наверное. Диана и Рома. Принц и принцесса. Принцесса Диана и принц Рома. Смотри, а здесь и вот нас... еще, смотри, домики. Да, только здесь уже родители. А вот там три почти-то дети. Там даже всякие принадлежности. Да? И корабль, пират. И такой домик, разные домики, видишь? Мама, здесь, ну, здесь как у Дианы такая же. Здесь даже Пеп. Смотри. Пеп сколько? Вот это игрушки Немо. Это три поросенка. Ну, все ты знаешь, видишь, вот как. Просто говорю. Это заводная какая-то игрушечка, да? Или, наверное, купаться? Да, не купаться. А здесь кукола. Это Ариэль. Ариэль это, да? Это, смотри, она светится. Эльза и Анна, Трина. Да, смотри, она может светиться. Такие. А твои любимые собачки, Дарина? Как они называются? Твоя любимая, да? Там гуляет черный котище ученый, пьет он молоко и не ловит мышей. Это
это настоящий кот говорящий, а на цепи сидит Горыныч змей. Приходите в гости к нам. День шопкинсов, как ты любишь, да? Смотри, каких много. Уже здесь такие интересные, да, все как ты любишь. Даже горка до шопки, видите? Да, ну сижат, сижат. И сюда прямо калина. Вот это где покупаем. Смотрите, а вот это и шопкинсы делают. Знаешь много волшебных историй. И шопкинсы вот такие же. До холодильника. А вот это до воды. Это до яиц. Ну, смотрите, красота. Ребята, здесь такой фургон. Здесь оно продается, открывается вот это. Открывается. Вот эта крыша. Крышечка открывается? Да. Это что, фургон? А, это фургон для Микки. Мини Мауса. Да. Микки Мауса. Ой, он даже работает, как интересно. Даже рулит. Я даже фургон шопкинсов. Какие фургончики, да? Как чудно и чудно. И пошли дальше. Как страшно и смешно. Зато в конце все будет хорошо. Ой, как интересно, Фрейку, да. Мне нравится. И здесь даже... Напоет даже. Ну, да. Сейчас он не подает. Ну, наверное, не все поет. Тогда вот это только. Здесь даже обед у них и водичка. Тут водичка есть и корм. Видите? Можно кормить. Да, я еще такой клеточки не видела там с питомцем. Да, я сама не могу. Ага, она же на украинской мове рассказывает. Украинскую. А это что? Это Frozen поет, это песенка, это с мультика а смотрите, Frozen. Здесь, песенка здесь Эльзы, любимые Бэби Бёрн, да? Да, Бэби Бёрн. Разные это малыши. Это Бэби Бёрн. А вот и сам Бэби Бёрн. А вот еще одна Бэби Бёрн. Памперсом. Она может плакать, а вот кто ли? А здесь смотри, переносочка такая есть, Дарина. Туалет смеется. Туалет для пупсика. Вот это такая девочка. Вот это переноска. А вот это умывальничек, видишь? Ой, еще и умывальничек есть. Здесь даже уточка есть. Ну, умывальничек, наверное, не поет. Просто умывальничек такой, а? Да, и полотенечко здесь есть. Такой. И рядом ванная. И ванная здесь есть. Душек можно мыть. Сюда посадить Бэби Бёрн, а потом мыть ее. Здесь даже уточка есть. И полотенечко. Все есть. А вот это просто нажимаешь, льется водичка. Так да, туда, наверное, набираешь водички, да. И она льется. Да. Потом вот здесь нажимаешь вот так, и она льется, и душика. Только снимаем. Смотрите, вот это такой мальчик. Мальчик Бэби Бёрн. Да, Бэби. Тут быть. Много пупсиков таких, как ты любишь. А вот это, смотрите, это доктор Плюшева. Ой. Доктор Плюшева. Точно. Это сумочка а вот доктора Плюшева. Да, вот это сама.
И сама доктор Плюшева. А вот здесь тоже Бэби Бёрд. Такая. Тоже Бэби Бёрд. С сосочкой, с пустышечкой. Да. Всем пока-пока!